Над жителями Алдана нависла опасность в виде сосулек – следствие аномально теплой и снежной зимы. Огромные куски льда в любую секунду могут обломиться. Кто будет отвечать, если это произойдет, расскажет Вячеслав Пилипенко. Крыши домов покрыты сосульками нереальных размеров. С трехэтажного дома свисает ледяной сталактит длиной в два этажа. Вес этого исполина около 80 килограмм. И вырос он как раз над оживленной частью улицы. Вот, ответственный и уполномоченный убирать на многоквартирных домах – это управляющие компании. Они в рамках 190-го постановления, согласно минимальному перечню, обязаны эти работы проводить. Управляющие компании знают об этом и устраняют проблему. Стараются убрать угрозу своевременно, не доводя до беды. Ну, мы с сосульками, значит, боремся. Вот у нас уже как бы третий день работает вышка чисто на сосульках. Основную массу мы уже позбивали. Сегодня вот занимаемся на Победы, один дом сбиваем. Но сосульки лишь производная более серьезной проблемы – плохой теплоизоляции крыш. Если весной они вырастают из-за оттепели, то осенью главная причина – низкое качество кровли. Спасти от весенних наводнений в квартирах может только капитальный ремонт кровли. Это проблема большинства домов в Ленске. Должны эти все моменты обследовать, составлять соответствующие акты, ну и как-то уже отрабатывать. Если это в рамках технического обслуживания, они должны на своем уровне эти вопросы урегулировать. Если это требует капитального ремонта, то есть они могут обратиться к нам и либо напрямую в фонд капитального ремонта, куда люди взносы платят. Избавиться от угрозы осенних сосулек можно только путем проведения капитальных ремонтов крыш и регулярной чистки снега. Но домов, требующих замены кровли, много. Ожидая своей очереди, жильцы и прохожие должны поглядывать наверх, чтобы ничего не упало на голову. Вячеслав Пилипенко, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».